В Чувашском государственном университете имени Ульянова прошел фестиваль «Дружба народов. Ритмы мира». Он объединил студентов разных стран. В стенах университета шум, смех, перекличка народных инструментов. Но звук для многих непривычен, словно отправляешься в путешествие по миру. Студенты из бывших союзных республик и дальних стран постарались показать свои костюмы, флаги и национальные блюда и адаптировать их под российские гастрономические традиции. У нас есть в Марокко у нас кускус, но здесь в России можно продать. Это мсимен, потому что у нас здесь в Марокко делают из муки, воды, и мы пьем с чаем, а у вас в России это как похоже? В России это мы называем лепешкой, а Марокко называет это мсимен. Это очень вкусно. У нас есть одна дерево, которое называется имбондейру. Она дает вот это плоды, да, плоды, которые называются мукуа. Из этого можно делать коктейль, соки, просто сладкие. Фестиваль проводится с 2017 года, и желающих принять участие в этом ярком мероприятии меньше не становится. Меняется состав участников, но интерес к событию остается неизменным. Студентам нашим очень нравится рассказывать про свою страну, про свою культуру. Здесь на выставке нет ни одного равнодушного человека, ведь столько красок, столько энергии, столько эмоций, и каждый год наших участников становится все больше и больше. Я принимаю участие 4-й год подряд, и фестиваль очень богат культурой. И я очень рада, что у меня есть такая возможность. Сама я участвую в чувашском танце. Мы тоже хотим показать, что наша чуваша, она прекрасна своей музыкой, своим танцем. И мы тоже любим свои традиции, свою республику. Фестиваль продолжился интернациональным концертом. И тут язык культуры зазвучал еще выразительней. Екатерина Шеверова, Александр Атяков, Республика.